Проблема роста численности сайгаков особенно остро стоит в нашем регионе, и, как утверждают некоторые ученые, их оптимальная численность должна быть в разы меньше, чем мы имеем сегодня. В то же время есть и другие мнения, что говорит о необходимости серьезного изучения данной проблемы. Какая ситуация сейчас в нашей области, обсудим в рубрике «Ельге Кызмет. Добрый вечер». Сегодня у нас в студии Нурлан Сагентаевич Рахимжанов, руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Бибигуль Болгабаевна Сарсенова, кандидат биологических наук, научный сотрудник исследовательской лаборатории естественных и гуманитарных наук Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова и организатор первого питомника для разведения сайгаков в Казахстане. Также сегодня на студии Арман Серикович Кужахметов, руководитель западного регионального филиала «Охотзоопром». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны для обратной связи указаны на экране. Звоните и задавайте свои вопросы. Недавно министр экологии и природных ресурсов внес изменения в приказ об утверждении перечня животных, подлежащих регулированию, который вступит в силу 6 октября, и в него включили также сайгаков, то есть, казалось бы, вопрос, который поднимали не первый год, да, уже много лет, как бы сдвинулся с мертвой точки, но на деле не все так просто. Как это будет происходить у нас и какая работа будет проводиться? Спасибо, Айгуль. В настоящее время ученым Западно-Казахстанского аэротехнического университета имени Жангирхана было разработано биологическое обоснование по управлению популяцией сайгаков с использованием методов отлова при помощи сетевого кораля. Биологическим обоснованием на регулирование численности сайгаков рекомендовано в следующем объеме: уральская популяция сайгаков не более 20% от всего нашей уральской популяции, это получается 226 тысяч голов, и бедпокдалинская популяция сайгаков не более 15%. Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года за номером 258 об утверждении перечней видов животных, используемых в иных хозяйственных целях, кроме охоты и рыболовства, видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющих экологическую, культурную и иную ценность видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранение от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращение ущерба окружающей среде, предупреждение опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности. Данный приказ вводится в действие 6 октября 2023 года. Реализация механизма ограниченного изъятия в рамках биологического обоснования будет осуществляться силами специализированной организации РГП по охотзоопром, то есть нас. Еще раз отметим, что основная цель управления популяцией сайгаков – это снижение их негативного воздействия на сельское хозяйство, то есть предотвратить потравы сельскохозяйственных угодий, не допустить угрозы потери урожая и пассивных культур аграриями регионов и распространение вспышки инфекционных заболеваний при их возникновении среди диких животных. То есть будет производиться отлов? Будет производиться отлов, да. Кто будет этим заниматься? Будет заниматься мы охотзоопром. Ну вот в СМИ прошла информация, что будут набирать людей из числа местных жителей, да, которые будут за это получать определенную плату. Да, этим вопросом сейчас занимается Комитет лесного хозяйства и животного мира. Как бы в планах все это есть сейчас, уже буквально на следующей неделе, уже, я думаю, с понедельника уже какая-то ясность несется, и потом я уже все отдельно уже скажем. Вы сказали, методом кораля будут отлавливаться животные, методом, да? Методом кораля, да. Ага, то есть это наиболее гуманный метод, вот из тех, которые были предложены раньше, да. И какие особи будут отлавливаться? Так, ну, по особям, я скажу так, уже, как говорилось, отстрела сайгаков не будет. Сайгаки будут отловлены при помощи сетевого кораля в соответствии с научным обоснованием. В целях сохранения биологического равновесия изъятию подлежит все группы полуворостного состава. В ходе проведения работ по поиску альтернативных путей по регулированию популяции сайгаков с привлечением экспертного сообщества были рассмотрены все предложения, поступившиеся от общественности. То есть, получается, как гуман, чтобы гуманно все это было, предложение о принудительном переселении сайгаков в другие регионы было тоже, как бы вопрос стоял, признан неэффективным и малоприемлемым только в качестве эксперимента по причине высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегон и отсутствие научных данных о наличии кормовых и водных ресурсов по пути следования.
Мероприятие по увеличению численности волков также не приведет к немедленному снижению численности айгаков, роль волков добирать ослабевших и больных животных, что оздоровляет популяцию. То есть, получается, мы задали вопрос по отловлю Королева метода. Как вот сообщество, есть зоозащитники животного мира, они как бы там тоже свое высказали свое мнение, и сейчас было решено, что будет отлов только королевым методом. То есть тебе предлагал сразу несколько, да, способов? Да, был отстрел, да, изначально, но отстрел как бы не будет. Ну вот ученые еще предлагают заняться одомашниванием сайгаков, то есть еще один способ. Значит, можно я просто добавлю буквально. Насчет королевого метода, и здесь имеется в виду, будет вестись учет, как, например, молодняка и взрослых особей, самцов и самок. То есть здесь будет отбираться, то есть будут использоваться именно взрослые особи, а молодняк будет как бы отбираться. Королевый метод, скорее всего, подразумевает вот этот, когда можно разделить животных, можно будет отобрать для использования более взрослых особей, правильно? Да, молодняк, при королевом методе, да, есть возможность выбирать. То есть они когда загоняются, мелкие особи и так далее, которые или сверх того, что вот мой коллега сказал, если будет больше, то они будут, допустим, самцы, там небольшой процент. Если будет их больше, они выпускаться будут, естественно. Это одна сторона. Про одну сторону коллега мой сказал насчет гуманности. Потом есть еще один важный аспект. Это мескомбинаты, они не будут заинтересованы в приемке мяса, если в тушке будет свинец, то есть пули. Да, это там по их требованиям это крайне нежелательно. К тому же будет портиться шкура. Вот, поэтому выбран королевый метод, наиболее приемлемый. Ну вот еще один способ – это домашнивание, да? Вот что насчет этого говорят ученые? Да, значит, в 2012 по 2014 год Министерство образования и науки дало возможность профинансировать университет, проект, научный проект Западно-Казахстанского агронно-технического университета имени Жангирхана, проект по содержанию и разведению сайгаков в питомнике. Значит, основной целью, одним из основных целей, кроме научных исследований, у нас было это изучить адаптацию животных к человеку. И нами было отмечено именно при проведении вот научных исследований, что сайгак, например, во взрослом состоянии он не будет в неволе как бы жить, это исключено, одни из такой животной. И еще то, что, например, он адаптируется к человеку. Это тоже было проведено исследование именно на нашем питомнике, в первом питомнике в Казахстане. И вот эта особенность, то есть нами пронаблюдается, нами было изложено. Сейчас, например, этот эксперимент по содержанию сайгаков в питомнике продолжается уже другими учеными, другими людьми, которые занимаются именно содержанием сайгаков в питомнике. Насчет одомашнивания. Значит, в основе научного вот этого проекта было отмечено, что именно рациональное использование вида. Следует отметить, что сайгак – это уникальное животное. Отметить также, что оно является достоянием Казахстана. И еще самое главное, он является биологическим ресурсом. То есть ресурсом природы, так же, как и вода, почва, растения или другие животные. И особенностью является то, что он может восстановиться. То есть, какой-то, например, он какое-то время сокращается, и благодаря каким благоприятным условиям природным он может восстановиться. Это уникальная особенность этого животного, позволяет тому, что он существует очень со времен мамонта у нас на территории нашей земли, и в то же время дает возможность его использовать именно как биологического ресурса. И на данный момент, вот в периоды в нашей стране, вот в Казахстане, возникло о том, как бы его именно рационально использовать, это животное. Насчет одомашнивания, значит, здесь можно отметить, что да, реально содержание в питомнике, именно исследования привели к нас к результату, что сайгака можно содержать, разработаны методики, как можно содержать их, каким образом его кормить, методика технологии кормления и так далее, и так далее. Ряд задач было решено. И привели к тому, что да, фермеры могут содержать, но для этого должна быть законодательная база. Четкая, ясная законодательная база, что только определенные люди при определенных каких-то разрешениях, лицензиях и так далее могут содержать.
И особенностью является то, что какой-то процент этих животных должно выпускаться в природу. Остальная часть вот этих животных сайгаков фермер может использовать по своему усмотрению. Это реально можно. Но, естественно, это возможно не через год, а не через два, а возможно через 5-10 лет. Это реально можно внести в внедрить именно на территории Казахстана. То есть изучить детально, да, все это, проработать законодательную базу и уже потом приступать к реализации. Но вернемся вот к решению по отлову. Здесь Нурлан Сагентаевич, вы сказали, по перерабатывающим предприятиям, да. Вот сколько предприятий у нас готовы принять туши сайгаков и как это будет происходить? Вот работа с предприятиями по переработке мяса, с местными комбинатами, ведется совместно с местными исполнительными органами. Они тоже принимают активное участие в этом. Но, к сожалению, не все перерабатывающие комбинаты готовы, потому что это все-таки новое. Они привыкли работать с домашними животными. То есть они заключают свои договора, уже заключили на поставку мяса домашних животных. Поэтому здесь мы на сегодняшний день, я могу сказать, о трех предприятиях, которые готовы сотрудничать вот с Охотзоопром по приемке мяса. Это предприятие в Джингале, мясокомбинат, то Сдинес, мясокомбинат расположенный в Чапаеве, Батысных, и еще одно предприятие, тоже находится оно в городе, но с Кублеем идут переговоры, может решиться вопрос, но на сегодняшний день пока 100% согласия нет, но мы ведем в этом плане. Почему Кублей? Все-таки это огромное предприятие с мощной инфраструктурой, с производственными мощностями, поэтому их участие крайне необходимо. То есть, которые имеют хороший опыт в переработке, да, мясной продукции, изготовления. Да. Все-таки вот эти два предприятия пока, да, на сегодняшний день, мощности достаточно, если вот Кублей все-таки не примет такое решение? Три предприятия. Может быть, недостаточно. Потому что мой коллега озвучил цифру 226 тысяч, на эту цифру будет очень затруднительно выйти. Мы, во-первых, по времени запаздываем, потому что до сих пор готовится, это же тоже впервые, можно сказать впервые, потому что это более 30 лет назад, все позабыли, как это делается, по крайней мере, вот в нашей стране, по нынешним реалиям, это для нас, для всех это новое. Поэтому готовится необходима законодательная база, изменения в правовые акты, вот одно из которых мы озвучил, изменения в приказе о включении в перечень регулируемых видов сайгака, другие, захоронение внутренности как будет и так далее, приемка как будет, все-таки ветеринары у нас привыкли работать с домашним животным, а это сайгак дикое животное. Вот такие моменты есть. И чисто в техническом плане подготовки, потому что кораль стоит очень дорого. К нему кораль сам по себе, этого мало. Нужны мотоциклы, нужны подготовленные мотоциклисты. Поэтому раньше, по рассказам, там все-таки были спортивные общества мотоциклистов. Сейчас ведется поиск, пока вот эти моменты есть. То есть, еще вопрос транспортировки, да, будет стоять до места? Да, это как бы уже в процессе, да, естественно, место ловли, где будет кораль и где будет мясокомбинат, это ясно, что не рядом. Транспортировка, да. Ну, там тоже как бы технологии свои есть, ночное время будет. Вообще кораль будет планируется днем, потом они должны несколько часов сайгаки успокоиться от бега, от стресса. И потом сама процедура будет в ночное время. И по холоду, по ночному холоду они должны доставиться в эти мясокомбинаты. Пока планируется так. Еще один важный вопрос. Это дериваты, да? Самые ценные из которых рога. Вот в этом плане какое решение, какие планы? Дериваты тоже... Тоже готовится решение, они будут храниться, они будут маркироваться, подсчитываться.
на них штампы будут необходимо ставиться, это строго. Обязательно будут на местах инспектора же, охотзоопрома, инспекции, и все это будет отслеживаться, и они будут храниться. Почему храниться? Потому что пока мы не можем их использовать. Мы, у нас нет в стране предприятий, которые качественно бы занимались переработкой рогов. За границу, как вы знаете, мы не можем пока. То есть запрет пока действует, пока, да? Пока, естественно. Мы же члены международной конвенции. И пока до 25 года будут храниться. Дальше время покажет, потому что пока примерно такие. Ну вот в конце 90-х годов, если вот верить информации, сайгаков было более миллиона, да, 20 лет назад их насчитывалось чуть больше 20 тысяч голов, и тогда вот их взяли под охрану. Сегодня, вот, как говорят опять же ученые, численность превысила 2 миллиона, то есть цифра довольно-таки внушительная. И вот последний авиаучет у нас делался в апреле, еще до окота. Да. Вот какова на сегодня реальная численность степных антилоп? Ну, по-моему, уже сказали, вот смотрите, по результатам авиаучета 1 миллион 130 тысяч, вот озвучил мой коллега, это было до окота. А, естественно, следующий авиаучет будет в следующем году, да, понятно? Да, но да. Пока у нас как бы свой, свои как бы расчеты, то есть мы берем примерно половину числа, допустим, вот, ну, 600 самок, и они, их не приплод, и, то есть прибавляем к этой цифре 600, то есть по области где-то 1 800 000, мы так считаем. То есть около двух, не больше, а около двух миллионов? Не больше, да, меньше даже. Но тем не менее ученые говорят о том, что и эта цифра... А по республике, естественно, больше 2 миллионов, да. Да, вот для нашего региона 1 800 000 – это тоже огромные цифры, что их должно быть меньше, да, то есть 500 тысяч, вот этого как бы достаточно. Да, вы сами озвучили, что это тоже заключение ученых по биологическому обоснованию, не более 500 тысяч, это достаточно было бы. Но здесь, наверное, должное нужно отдать вам, да, как специалистам, которые проводят охранные мероприятия, то, что вот за такой срок численность сайги выросла в разы, но в то же время у нас теперь страдают фермеры. Вот какая проблема, ситуация с фермерами сегодня у нас? Вот есть потравы, да, есть жалобы на возмещение ущерба. Вы же тоже работали в составе рабочей группы? Да, ну, сохранение, увеличение, вернее, числа сайгаков произошло за счет, конечно, ужесточения законодательства. Там в Уголовном кодексе статьи 337, 339 статьи, они как бы предусматривают довольно-таки суровые наказания. Это благодаря, и, да, благодаря неустанной работе наших инспекторов охотзоопрома. Они все время на выездах. Они как бы меняются, вот 15 дней одни инспектора, их сменяют другие, то есть постоянно на местах инспектора находятся. Вот в этом плане, да, увеличение благодаря вот этой поставленной работе. Теперь насчет ущерба, да? Ну, насчет ущерба мой коллега тоже озвучил же. Вот по нашей области, вообще по республике, все области, где вот пострадали крестьяне, товаропроизводители, около 12 миллионов, миллиардов, вернее, тенге. Но больше очень, у нас, да, больше, чем? Очень большая цифра, миллиарды. Из них практически 8 миллиардов, 7,9 миллиардов, это по нашей области. Потому что у нас 6 районов пострадало, 4 южных района, Дальжицкий район, Тоскалинский, где там есть и посевные площади, зерновые культуры. И вот, да, у нас порядка 7,9 миллиардов. Теперь вот по поводу возмещения ущерба. Да, был посчитан ущерб, была создана комиссия, рабочая группа, как ее правильно назвать. Все это подсчитывалось. Теперь, но до сих пор же методики не было. Вот. Да, методики нет. Да. Хоть ущерб. Поэтому надо разработкой методики, занимается непосредственно Министерство сельского хозяйства и его структурное подразделение.
аффилированные подразделения, они занимаются методикой. На сегодняшний день вот, пока как бы во взвешенном состоянии. В принципе, поддерживается правительством то, что нужно возместить. Но все должно быть на законодательной базе, потому что это все-таки бюджетные деньги. То есть надо еще раз профильтровать все эти законы, методика какая, она должна пройти соответствующие экспертизы, правильность, неправильность, естественно. То есть утверждена должна быть, да, и только потом фермеры конечно, могут рассчитывать конечно, на возмещение. Тем более громадная сумма. Вот, поэтому. Это оценка это ущерба. Угу. Такой методики не существует, поэтому действительно вы правильно отметили, что нужно сначала разработать методику, а уж потом уже говорить о действительно возмещении ущерба. Да. Ну, еще одна угроза, вот, которая исходит в связи с увеличением популяции сайгаков, это, возможно, ухудшение эпизоотической ситуации. Да? Вот наши коллеги выезжали в районы, и вот, по официальным данным было обнаружено больше 1400 туш погибших сайгаков вот, в этом году. И к тому же вот, животные доказаны тоже научно, что они являются носителями вернее, различных заболеваний. Пасутся они сейчас вместе с домашним скотом, то есть постепенно завоевывают пастбище, на которых домашний скот пасется, и какие-то меры вот здесь вот предпринимаются? Ну, смотрите, 1371 голова, это наши данные, то есть наши инспектора охотзоопрома, они находят и утилизируют, составляют акты совместно с ветеринарной службой районов, с работниками полиции. Почему с работниками полиции? Там они должны удостовериться, что там нет огнестрельных ран. Mm-hmm. А почему с ветеринарной службой? Там, чтобы это животное пало не из-за инфекционной какой-то болезни. Mm-hmm. Даже при сомнениях, мы тут же, у нас несколько случаев было, мы отправляем под материалы в референтный центр в Астане. Ну, к счастью, пока приходят ответы, что отрицательно там. Что... То есть животное... 2 миллиона сайгаков и 1300 да, павших, да? Представьте, процент отношений. То есть это как бы это закономерно. Смерть. Это естественно. Там, естественно, да, отбор, да? Да. Да. Угу. Есть от старости умирают. Или они же все время бегают. Если там что-то там, травма. Вполне возможно. Из-за травм погибают. И так далее, и так далее. Ну, от истощения это тоже не исключено. Тем более в этом году все-таки травы, корма очень мало. Да. К тому же с водой проблема. Хоть сайгак терпеливое животное, но она тоже не может неделю без воды прожить. Вот эти моменты. И поэтому я считаю, что... паниковать из-за 1307 голов, да, не стоит. Очень маленько. Вот мои коллеги на связи с депутатами Мажилиса, и было дано такое обещание, что на следующей неделе в Букиординский район должна приехать комиссия с Минсельхоза, да, и они намерены взять пробы, чтобы выяснить причину, наверное, подстраховаться, да, что это не какое-то серьезное заболевание, а естественный отбор. Ну вот массовый падеж сайгаков, он был зарегистрирован в разные годы, да, и тогда причина была у нас пастереллез. Из-за браконьеров сокращалась численность. Mm-hmm. Вот сейчас будет разрешен отлов, то есть, опять же, регулирование численности. Здесь вот как бы не будет такого, что активизируются и браконьеры, то есть охранные мероприятия будут продолжаться, будут усиливаться. Ну, мы для этого и там должны находиться. Это будет жесткий контроль. Почему мы говорим, это будет составляться договора. То есть будут привлекаться только те люди, mm-hmm. которые уже заключили договора, которые mm-hmm. уже у нас на учете к этой работе. То есть там будет посторонний, он будет уже виден, посторонние люди. То есть также жесткий контроль, это все-таки останется. Незаконная охота также будет запрещена. Ну, еще у нас работают питомники, да, два питомника открыто. Буквально вкратце осталось у нас совсем немного времени. Какие результаты, вот, были большие ожидания, что и охрана будет здесь, и ущерб
фермерам минимизируют с открытием этих питомников? То есть задачи поставлены, они оправдались, выполнены? Или все-таки есть еще над чем работать? Я немного вопрос не понял. Я думаю, вы, что может, это... резерват вы да, хотите? Вот резерват, да, про резерват. Извиняюсь. Да. Резерват Букиарда, я еще потому что про питомник Биби Гуль сказала же. Ну, резерват, это, понимаете, резерват создан в прошлом году. Там, он, вернее, он один резерват, не два. Просто заказник туда входит. Да. Мы считаем это заказник и резерват как одно целое, потому что там один руководитель, ну и так далее, и так далее. Теперь это все-таки полунаучное предприятие, организация. То есть там есть целый отдел науки, где, кстати, работает. Да, и поэтому в этом году результаты, они, естественно, не будут видны. Он только в прошлом году создан. Там тоже наука, если наука, там будет долго работать. То есть они сейчас изыскивают воду для привлечения Сайгаку. То есть говорили о необходимости колодца, да, что нужно? Да, уже, уже приезжали по госзаказу специальные эксперты, они искали воду. Ну, там результаты разные. Об этом сейчас, наверное, не будем на это акцентировать. То есть будет дальше производится работа с многолетними травами, тоже, то есть выращивание. Там закупается очень активно сейчас техника. Там, то есть долгосрочный период, это да, долгосрочный. Чтобы увидеть результаты? Мы результаты увидим только через 4, 5, 6 лет, только первый результат. Потом там же будет питомник. Мы, Бибигуль говорил про питомник сейчас возле города, а, и там же непосредственно в этом, то есть там непосредственно будет работа тоже, научная работа. Да. Как они будут реагировать на болезни разные, там планируется скрещивание с бедпоклеинской, допустим, популяцией, да, и так далее. В том числе, насколько одомашнить их можно. То есть это результаты, они сиюминутно не будут. Поэтому это специально создана организация на долгосрочную перспективу. Спасибо большое, что приняли участие в сегодняшнем эфире, ответили на вопросы. Сайгак имеет огромный экономический потенциал, и сейчас нужно найти такие пути, чтобы не навредить степным антилопам и в то же время сделать их хозяйственно полезными животными. И в первую очередь для тех это важно, кто живет в ареале обитания этих уникальных диких животных. Одним словом, нужен баланс между интересами фермеров, да, и сохранением сайгаков. Все верно. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами. Это была передача «Время вашего вопроса». До встречи в эфире.